все мы, люди, невероятно разные. Но при этом каждый из нас хотя бы несколько раз в своей жизни поднимал глаза к небу и восхищался его бездонностью, его красотой, его таинственностью. Вот что восхищает меня в людях больше всего. Живя на Земле, мы все интуитивно ощущаем, что там наверху есть что-то такое, а может быть, кто-то такой, кто делает нас единым человечеством, делает нас одной большой семьей.